Вот уже несколько государств подтвердило права на ласковый май за мной как автором. Поэтому какие бы усилия ни предпринимали псевдожены Юры Шатунова, которые никакого отношения к нему не имели, кроме детей. Но у Юры много детей, поэтому будем разбираться еще, кто его дети, кто не его дети. И слава Богу, что я сохранил ДНК Юры. И каждый ребенок будет проверяться на ДНК. Поэтому, как автор всех произведений «Ласкового мая», также с правообладателями, которые имеют на это все права, мы будем тщательно смотреть за этой ситуацией. И прошу не поддаваться на провокации женщин, которые выдают себя за жен, подделывают документы, не имея к этому, к Юре, никакого отношения. Юра Шатунов никогда не женился и никогда не вступал в брак. Чтобы вы понимали, у Юры Шатунова никогда официальной жены не было. А детей много, поэтому с детьми будем разбираться. Поэтому не паникуйте, все будет нормально. Все решения их левые, они не имеют никакой юридической силы, и за все они будут отвечать перед законом. Как и жены, так и те, кто их подталкивает. По уголовным статьям других государств и будут находиться в розыске. Это говорит вам Андрей Разин. Ну, а группа «Ласковый май», как всегда, была защищена, так и будет защищена. Поэтому не переживайте.